Язык не только доводит до оргазма девушек, он также может довести до катаклизма и террора. Ебать, там толпа идет. Ебаный ты. Я ебала их всех. Пиздец, скажись там. В пизду, блядь, эти паладины. Сейчас он тебя отпиздит, блядь. Чё ты смотришь? Иди отсюда. Ну я ж, блядь, тупая. Я не летсплейщик, блядь. Ой, блядь, сейчас он тебя отпиздит, на. Сейчас с нами играет лось, блядь. Пиздец. Пизду отсюда, а? Этот пидорас сейчас вообще никого, блядь, не возьмет. Вот-вот так вот. Я всех приветствую. Здравствуй, Пашенди. Здравствуй, Саша Жильцов.
И здравствуй, Димыч Вагиныч. Я шучу. Димыч Андреевич. Если, конечно, вообще смотришь это видео. Ну что же, продолжение нашего недавно начатого Resident Evil 7. Первый сезон, вторая серия, да. И, скорее всего, это, возможно, даже последняя серия этого сезона, потому что тут все идет по частичкам. По частичкам, как, собственно, и было в четвертой и в пятой части Resident Evil. Куда ты меня ведешь? В безопасное место. Так ты скажешь мне, в чем дело? Милая, тебя не было 3 года. 3 года? Что, правда, 3 года прошло? Это я переозвучивать не буду. Эти моменты, где вот я уже хожу. Ну ладно, там еще где в кассете, ладно, там где киносъемка была, там ладно, я озвучу. А где я сам буду ходить, там озвучивать не буду. Только такие кат-сцены обыкновенные. То есть, где нельзя двигаться во время кат-сцены. Вот там я буду озвучивать. Итак, мы получили, кстати говоря, болторез. Очень полезная штука. И мы его даже с вами использовали. Использовали, но он не исчез. Это говорит о том, что он еще где-то пригодится. Хотя не факт, может быть и не пригодится. Еще раз напоминаю, играю на обычной сложности, нормале, вот, чтобы потом не тупить. Инструменты для резки цепей. Итак, давайте посмотрим, что у нас еще тут осталось в этой комнате, тюремной комнате. А ничего тут особо и не осталось. Такие дела. Ну что же, я поставил также 30 FPS играем, потому что комп слабенький, вот, такие дела. И пока новые собирать не планирую, нет денег. Как бы это банально не звучало, но это так. Так, тут какое-то письмо. Давайте прочтем. Тут имена стоят, но я эти имена читать не буду. Сами можете запаузить и почитать, в этом нет необходимости. Тут, кстати, ну тут имена. Вот мы встречались с вами в прошлой серии этих киносъемщиков. Питер, тот вот старик, которого, кстати, ЧД озвучивал. Да, именно ЧД его и озвучивал. Я потом напишу, кто кого озвучивал. И Андрея. Андрея озвучил тот мужик, который с казино. Я подырот этого казино. Вот он этого Андрея озвучивал, тоже мертв. Тут показаны те игроки, которые мертвы. Бен, так, как-то, ну, остальных я не особо знаю, вот, такие дела. Кленси, это тот, кто снимал, за кого я управлял. Он тоже, по-моему, я не ошибаюсь. А, это Л, это не знаю, Л, жив или мертв, или лежит, я не знаю, что это значит Л. Вот, лайф, жив, значит, лайф, жив. Такие дела. Ну, Кленси мы еще с вами, друзья, встретим в дополнении к Resident Evil 7, таком очень сложном дополнении, которое я, кстати, вчера играл по панчику так сам. Так что вот, народ, кстати, получается, я вам сразу скажу, получается, Итана озвучивает Изя, да, представьте себе, его будет озвучивать Изи, тот самый Изи Лайф, да, Изи озвучивает нашего Итана, нашего главного героя. Так, тихо. Что это за место? Что они с тобой сделали? Не сейчас. Сначала надо выбраться. Думаю, нам сюда. А вот Мию, получается, озвучивает блогерша Аляша. Я боюсь разговаривать. Вдруг они резко заговорят, и я их перебью. А тут нельзя перебивать. Аляша, короче, озвучивает Мию. Вот, такие дела. Кто кого дальше озвучивает, мы еще узнаем. Я еще сам не придумал, кто кого еще будет озвучивать. Нам надо поговорить. Когда я увидел твое послание... Не я. Это не я. Но это была ты. Не я. Ладно, хорошо. Но что все-таки происходит? Я ничего от тебя не скрываю. Нам нужно сюда. Нашли. Что самое главное, я так и не сказал. Нашли мы нашу Мию, жену или любовницу Итана. Вот, ну, по крайней мере, пока что в 7-й части мы ее нашли. Но с ней творится какая-то непонятная херотень. Мы должны выяснить, что же. Они здесь приносили мне еду. Я вспомнила. Она рассказывает. Мы должны выяснить, что с ней случилось и почему она такой странной стала. Вот, давайте
Пойдем тупо за ней. Нам больше ничего и, собственно, не остается, как только пойти за ней. Так. Начало было довольно-таки странное. Начал я немножко без себя, так скажем. Так, давайте глянем. Вот, пришли. Ух ты. Ой. Мы на месте. Ну заходи, что стало-то, мать. Я помню эту комнату. Здесь должна быть дверь. Я уверена. Ты ее прошла только что, мать. Она сзади тебя. Вот дверь. Она исчезла. Вот она, мать. Не ори. Вот дверь, оглянись. Мы станем семьей, раз уж ты здесь. Здесь есть другая дверь, я уверена. Вот она, дверь. Слева от тебя. Оглянись. Ой, похоже, ее хорошенько выдолбили, так скажем, мягко. Она такая странная, капец. Просто капец. Ну, мне не привыкать. У него самого хватает такого добра. Так, у нас тут какое-то послание, еще письмецо какое-то с кодом Е001. И какая-то фотка, а фотка какой-то инвалидки на коляске, какой-то бабки на коляске, непонятно, что это такое значит. Е001. Что это такое, непонятно. Просто движемся дальше и смотрим, что нас ждет. Да, народ. Давайте я, наверное, чуть потише сделаю звук игры, так как звук одновременно будет записываться у меня с телефона мой голос, и с телефона же звук в компьютере. А звук Фрапси я отключу. Потому что чтобы он не двоился. Иначе будет двоиться, будет пиздец. Ну, это так оно и есть. Не извиняюсь за мат, потому что так оно, в принципе, и есть. Так, кукла. Ебать. Что? Что, где? Кукла. Да, сразу предупреждаю всех, народ. Тут в игре будут предметы, которые мы с вами будем находить и будем ими управлять. Но мы не сможем их взять. Именно взять. Но тот факт, что мы подошли к этим предметам и их нашли, будет зафиксирован, да. И вот еще какая-то кукла Вуду, что ли, не пойму. Надеюсь, что это не Вуду, а это... По-моему, это Эвелина. А может, это не Эвелина? Только если в будущем. Ой. Спойлерю. Не должен спойлерить. Уже какую-то Эвелину непонятную называю, которую, в принципе, мы еще даже не знаем, кто это такая вообще. Ладно, не буду спойлерить. Ну что ж, возвращаемся. Возвращаемся. И пробилось отверстие. Вот, похоже, дверь, про которую говорила Мия. Да, это именно та самая дверь. Так, что-то дальше-то идет у нас, непонятно. И у нас тут подъем. Подъем, ой, то есть, ну да, подъем, я перепутал, оговорился. И дверь сама по себе открылась. Ой, блядь. Да. Ничего оригинальнее и придумать было нельзя. Так, пошел на улице дождь. Да и тут у нас у самих вон дождь хватает. Даже я хрен его на доставку могу выйти. Вон дождь идет. Вот. Хотя, а нет, сейчас, кстати, дождя, слава богу, нету. Отлично, прям повезло. Сейчас, кстати, хороший. Вот утром шел дождик, а вот сейчас, слава богу, нету. Так, тут у нас получается ящик, в котором какие-то полотенца просто. И телефон. Доисторический телефон времен царя Гороха. Да, именно этот телефон. И какого хуя, извини меня за мат, ты его взял и слушаешь, если тебе никто с него не позвонил и ты никому не набрал? Итан, ты дурачок или как? Объясни мне. Взял выключенный телефон, ну, в смысле, взял телефон в то время, когда ему никто не позвонил. И сам никакой номер не набрал, и слушает обычный тун-тун-тун, блядь. Молодец. Капец. А сохранение, что-то, значит, произойдет. Карта домика. Карту можем на В посмотреть. Вот у нас карта наша, гостевой домик 1Е. Мы, собственно, в этом сезоне будем полностью изучать этот дом в принципе. Этот сезон будет, скорее всего, коротенький. Потому что скоро он уже закончится, да, это так. Не знаю, насколько затянется это по времени, это прохождение. Так, просело опять. Будет проседать, народ, не обращайте внимания. Ком все-таки старый, 2010 года. Не комп 2010 года, а по сборке он как 2010 года.
И то даже для 2010 года это средней категории компьютер. Не мощный, а средний. Даже для 2010 года. А для 2021 это из картонки, считай. Тут аптечка. Новая аптечка. Давайте мы ее с вами осмотрим. И ни в коем случае нельзя применять, когда полное здоровье. А тут можно случайно применить, когда у тебя полное здоровье. Да, представьте себе. Тут есть также будут травы, народ. Травы будут, но будут обычные аптечки. Или не будет трав, я не помню. Я не помню, честно, будут травы или не будет трав. Но если даже и будут, то только зеленые. Вот, стучай, сука. Ярослав Дмитриевич, алло, здравствуйте. У вас тут в квартиру кто-то стучит. Что, ментов? Да я не знаю, кто стучит. Я сам в ахуе. Что делать? Заебал стучать. По башке себе постучи, долбоёб. Ладно, все. Изучаем. Тут ничего нету, да. Именно ничего здесь в принципе нет, кроме разбитого окна какого-то и все, и какого-то ящика, который... А вот, есть что-то. Да, еще аптечка. Вот бы сейчас прозебали бы, да, эту аптечку. Было бы не весело, да. Авторазворот используем. Авторазворот. Закрываем дверь на F. Играю с клавиатуры, сразу говорю. Я много что не сказал в предыдущей первой серии, хотя я много что сказал, но опять же много чего и не сказал. Так, давайте, наверное, с вами зайдем. Тут заперто. А чё, куда идти, если все заперто? Мы уже все изучили. Какая-то дверь не пробитая. Ой-ой-ой, опасно. Ну тогда возвращаемся обратно, что еще делать? Тупо идем обратно, что еще делать? Или не идем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Печаль, беда. Что же такое происходит у нас, Андрей? Чего он так медленно под... Какой-то Silent Hill. А-ля Silent Hill какой-то. 4. Ты, блядь, сегодня возьмешь кого-нибудь или нет, блядь? Кис, мне не кричи, сосед. Мне похуй на соседей, блядь! Ай! Мне похуй на соседей, блядь! О, да ладно, блядь! Всех нахер там отпиздят! Ёбаный ты в рот! Я убавлю немножко звук, меня может быть хреново слышно. Капец. Это типа what the fuck, мазафак сейчас был. Их что, у них нет ни одного танка? Это типа what the fuck, мазафак сейчас был. Да. Ну чё, суки вы, блядь, тиммейты обосранные. Вот не дай бог мне, сука, катку не затащите. Я вас, сука, каждого найду, блядь, и выебу. Пиздец, просто тупорылые козлы. Здесь Итан не двигался в этой катсцене, поэтому здесь я ставлю озвучку. Так, он в тех катсценах, где он будет двигаться и кто-то будет разговаривать, я вставлять не буду. Кроме первой серии, где съемка была. А во всех остальных, там, где он будет двигаться, где он не будет двигаться в катсцене, я буду вставлять озвучку. В общем, так тогда и решим. В общем, Мия, походу, заражена. Да, это как бы гадалки не ходи, дурачку понятно, что она заражена. И с ней, мягко говоря, происходит пиздец. Я тут просто никакими другими словами это назвать не могу. Полегла просто и ввязалась. У нее было другое лицо, то есть лицо зараженное. И потом резко стало нормальное лицо. То есть шансы на спасение еще есть. Мы должны просто надеяться. Надеяться, что нас... Что мы спасемся. Тут опять все закрыто. И давайте, наверное, спускаться снова. Что еще делать-то? А, еще. И что делать?
Можешь зайти сюда. В толчок посмотреть, что ли. Что мы здесь найдем. Я правда не понимаю, что делать. А, может быть, надо. Точно. Твою! Иди нахуй, flank left. Нахер мне flank left! Иди нахуй. Поздравляю, но у нас происходит пиздец. Мне конец, Эйден. Я не выживу. И что делать? Надо аптечку применить срочно. В смысле? Мне всего их две, мать. Ай, отвали от меня. Тут вот блок, смотрите, народ. Все, блок ставим, это правая кнопка мыши, это блок. Нельзя без блока, тут нельзя. Это как Mortal Kombat. Без блоков здесь нельзя. Это как Mortal Kombat, тут нужен постоянный блок, иначе тебя тупо убьют. К сожалению, Мия полегла. Да, второй раз она полегла, и мы хрена понимаем, что с ней вообще в принципе происходит. Она уже на нас напала второй раз уже, и уже до стадии убийства. И слава богу, что по пути нам попался топор, который мы сразу же потеряли и даже не осмотрели. Капец. Давайте тут осмотрим здесь конкретно что-нибудь. Может, здесь что-то есть. И по звуку мы слышим телефон. Тот самый телефон. Так, тут ничего нету. Тут тоже только какие-то попадавшие книги. Непонятные попадавшие книги. Так, ну давайте подойдем, что ли, что мы будем заставлять того, кто звонит, ждать. Вот теперь подбирай трубку. Озвучка, слушаем. Блять! Свой. Да куда ты, блять, опять пошел-то, мудила? Я тебе что плохого сделал? Блять. Блять! Блять! Смотри, кабанчик. Отъемлемая беседа. Прям лайк. Через чердак. Так, а если мы пойдем обратно? Ага, дверь закрыта. Как она закрыта, блядь? Разраб, объясни мне, пожалуйста. Мия вошла в дверь. Дверь закрылась. Она ее не закрывала ни ключом, ни чем остальным. И дверь тупо теперь не открывается. Это как, блядь, понимать? Что за логика, разработчик? Объясни мне, Миками. Объясни мне, пожалуйста. Или кто там делал? Сейчас новые разработчики Capcom появились. Вот. Ну вот, дают нам взять топор. И что вы уже заметили? Пропала. Опять пропала наша Мия. Но теперь мы хотя бы можем посмотреть топор. Это наше оружие. Пока что самое важное, потому что других у нас тупо нет. Старый топор, он ржавый, но им можно защищаться от врагов. Ну да. Только долго этой защиты не хватит. Ну, в принципе, мы играем на нормале. Думаю, нам хватит. Ну, не забываем про блок. Не забываем про блок. Так. Может, мы разобьем замок этим топором? Тут закрыто. Я понял, похоже, куда идти. Сюда надо идти. А, так мы уже вошли сюда, что мы тупим? Мы сделали дополнительный ход. Теперь просто продвигаемся вперед, рифма. Так, что у нас здесь? А, мы вышли, получается, обратно. Вот эта дверь.
Мы, получается, вышли обратно на первый этаж. Да, мы помним это в первой серии, это пространство. Да, ну, в смысле, эту комнату пространства. Вот здесь мы кассету смотрели с Клэнси, этим Питером, Куитером, этими Андреа и всеми прочими. Да, вот мы смотрели эти все. Тут фортепиано, вот, которое не работает. Да, представь себе. Да, вот, ну, я не знаю, мы можем обратно пойти, обойти всю канализацию, только есть ли в этом смысл, непонятно. И тут нам нужна дополнительная, в общем, батарея специальная, как, или как это называется, я не помню. Чтобы включить, наверное, где-то электричество или что-то спровоцировать. Так, давайте поднимемся на второй этаж. Нажмем на кнопку. Не работает. Ну и давайте засохранимся, что ли, не знаю, чем ждать-то. Так, 21 год, найдите Мию. 2021. Найдите Мию. Да, сюда. Стоп, нет. Так, сюда, все правильно. И что же, мы засохранились, мы можем особо не переживать при проигрыше, мы, как говорится, продвинемся вперед, тем не менее. А куда идти дальше, я так и не понимаю, в принципе. Может быть, сюда? Мы должны найти батарею. А где ее искать? А-а-а, понятно, все, я понял. У нас же есть болторез, а тут есть шкаф, который в начале игры мы не смогли открыть. Мы его должны, собственно говоря, открыть. Да, именно так. Давайте откроем этот шкаф. У нас же есть болторез. И тут, скорее всего, по законам логики, находится эта самая свечка, которая нам нужна. Да, это было очевидно. Это было очевидно. Предохранитель, точнее. Восстановите электроснабжение с помощью предохранителя. Вот, собственно, и он. Так. Да. Все, надвигаемся дальше. Теперь... Ой, ёб твою мать. А вот и Мия вернулась по скрипту. Да уж, надеюсь, она нас не тронет. Я как побаиваюсь ее этого состояния. Очень серьезно побаиваюсь, честно признаться. Так, идем просто подальше. И ни на кого не обращаем внимания. Так, вставляем предохранитель. Только что нам это... А, и теперь мы сможем нажать на кнопку на втором этаже. Да. Какого хера? Мако! Что с тобой, блядь, Даун? Чтоб ты, блядь, обосрался, сука, чмо. Ой, да ладно, блядь, что, выпал, что ли? Ой, блядь. Получила по щам. Какого хуя, Мако? Ты пидорас ебучий, просто. Чтоб ты обосрался, сука. Вырывай. Блядь! Ебанутая сука! Да пошел нахуй! Блядь! Хули меня-то? Я тебе что сделала? Алло, ты вообще мимо меня пролетел? Это что было? Как? Почему? В смысле ты передумал? Она реально ебанулась. А, давайте приклеивать эту руку. Так. И что мне с ней делать? Что мне с ней делать-то, не пойму. Это левая рука, которую вам отсекла Мия. Еще теплая. Мне только вопрос один. Как мне ее клеить обратно, эту руку? Я этого не понимаю. Ладно, нажмем на пусковой крючок. И что-то сейчас откроется. Откроется у нас с вами чердак.
сейчас обоссусь. Патроны? Это уже к чему-то ведет, что патроны нам дали. Пистолет? Ни хрена себе. Ладно, хорошо. Еще и аптечка. То есть уже готовит нас к первому боссу, да. И уже как бы тут гадалки не ходи, Мия будет первым боссом. Хотя, я, наверное, пожалуй, поразвлекусь вот с этим вот манекенчиком. Вот, сейчас только. Ладно, шучу я. Несу полный бред. Так, пистолет. Какой же здесь пистолет? Давайте посмотрим. Пистолет М19. Относительно мощный пистолет. Он в плачевном состоянии, но вроде еще стреляет. Вот он. Обычный пистолет, который, в принципе, наверное, был и у Леона из Resident Evil 4, и у Криса из Resident Evil 5. В общем, все самое обычное. Так, давайте, ну, с ним нам будет как безопаснее. Ну, блин, я не пойму, что нам с рукой это делать. Вот что непонятно. Так, чердак, есть чердак. Так, давайте посмотрим, что у нас... Так, отсюда мы вышли, здесь мы вошли. И уже надвигаемся вперед. Я надеюсь, друзья, что в начале видео меня было слышно, потому что я звук немножко сильновато врубил. А у меня в каждом прохождении есть ошибки. Реально в каждом прохождении. По Шенди мальчик не даст соврать, да. То с тормозами, то со звуком. И со всем прочим. Так, и патроны. А патроны, собственно, тоже те же самые, что и в Resident Evil 4, в Resident Evil 5. Патроны для обычных пистолетов. Да. Те же самые патроны. Вот. И, друзья, если вы поставите минимальные настройки графики, да, смотрите, то у вас вот эта вот картинка с пистолетом, патронами, будет очень хреново прорисована, будут одни пиксели. Так что ставьте хотя бы средние настройки. Вот, и будет все более-менее. А ножа у нас нет, у нас есть топор, с которым мы можем разбивать предметы. Так, так. А, вот, давайте разобьем. Может, что-то будет полезное. А тут ничего и нет. А я так надеялся, что будет что-то полезное. Нифига ничего нет. Так, тут у нас... дополнительная комната. И, как обычно, в ящиках ничего нет. И тут патрончики. Блин, интересная такая ситуация, на самом деле. Я бы лично бы обосрался морально. Если бы узнал бы, что моя девушка превратилась в зомби, которая непонятно что хочет, и еще отрубила руку, отрезала бензопилой, я бы просто бы реально бы обосрался. Я серьезно. И давайте полезем наверх. Блядь! Твою мать! Не надо мне помогать! Как ты, мать? Ты чё? Нет, не делай! Мне ещё просел FPS, просели. Из-за битвы у меня FPS просели, короче. Давайте возьмем пистолет. Босс батл, у меня просела игра. Так, будем стараться. Да, вот такой вот интересный у нас момент. И будет пистолет заряжаться очень долго, потому что, блядь, тут нет хода. Тут хода нет! Да ёб твою мать. Короче, будет долго заряжаться у нас все, потому что руки нету. Заряжать дольше намного одной рукой, нежели чем двумя. Поэтому будет все долго заряжаться. Ой-ой-ой-ой, где ты, Мия, где ты? Это скотина. Начинаю. Я сейчас обосрусь. Вот это она жесткая прям.
Ай! Давайте быстренько развернемся. Тут надо перезаряжаться постоянно, потому что здесь такая ситуация. А, все, мы ее уже положили. Нормально так. То есть, блин, печально, что у нас с ней такое случилось, но мы ее хотя бы прошли. Это же игра, мне-то похуй вообще на все. Это же игра, это же нереальные люди. Ладно. На самом деле, мне так обидно за нашего Изю. Ой, то есть за нашего Итана. Сейчас поплачу за его девушку Аляшу. Ой, то есть Мию. И, короче, полегла. Вот, как мы видим, у нее лицо. Зараженный, да, да, это самое зараженное лицо. И не только у нее мы такое лицо увидим. Хотя течет у нее обычная кровь. Но это только на взгляд она обычная. На самом деле, если провести... Иди поиграй в Fortnite, пидор! Экспертизу, то будет пиздец. Вот так вот, народ, да, вот так вот. Вот так вот и еще раз скажу. Вот так вот. Вырубил нас какой-то непонятный мужик. Но озвучивать его будет, вам будет понятно кто. Если вы, конечно, знаете. Но Пашенди такого-то человека точно знает. Да, Пашенди. Такие вот дела, непонятно, чё куда, чё будет, чё да как, мы всё с вами узнаем в следующей серии следующего сезона. Мы знаем только одно, что какие-то непонятные люди, какое-то непонятное семейство сотворяют какие-то непонятные штуки. Это говорит о том, что это семейство тоже заразилось этим вирусом. И тоже нужно будет всех их, скорее всего, убить, потому что других вариантов от этого тупо нет, народ. Как бы это прискорбно не звучало. Мы пока не знаем, кто это такие, хотя я-то, конечно, знаю, я проходил, и те, кто проходили, тоже знают, вот, но те, кто не проходил, и те, кто первый раз всех их видит, их вообще не знают. И дальше следующий сезон, да, этот сезон очень короткий, он всего лишь из двух серий, но, тем не менее, мы узнаем об этих персонажах уже в следующем сезоне, так как мы попали уже в следующую новую локацию. И новая локация, такая большая локация, это новый сезон. Да, народ, это именно так. Я изменю кое-что в плане съемок тоже себя в новом сезоне, чтобы было разнообразно. Да, именно так. Именно так, народ. Ну все, вторая серия, финал первого сезона Resident Evil 7 окончена. Надеюсь, тебе, Пашенди, мальчик, тебе, Саша Жильцов, и тебе, Димыч Вагиныч, понравилась данная серия, оценивайте ее. Самое удивительное, то, что Димыч мне все равно ничего не сделает, потому что он тупо в армии, он даже это не слышит. Вот, такие дела.
А потом, когда он об этом узнает, уже срок давности пройдет. Все, мои друзья, подписчики, зрители, с вами был Кирилл. Это была вторая серия первого сезона, финал. Увидимся в следующем сезоне в доме уже непосредственно этих людей. И как их зовут, и кто это такие, мы узнаем уже в следующем сезоне. Все. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, вам понравилась новая озвучка и все прочее. Всем пока. Откройте уши пошире, забудьте обо всем, что творится в мире. Дунаев и Джон Оллен уже в прямом эфире. Бит подобран четко, настроен на серьезный. Блять, я видео не включил. Ай, я дурак, блядь.